Что-то сливов начинают появляться все больше и больше, и, конечно, разбирать нужно мне все больше и больше. Привет, с вами Скайск, сегодня я разберу сливы по новым персонажам из Инадзумы. Перед началом попрошу поставить лайк и подписаться на канал, ведь это очень важно для развития канала. А я начинаю. Итак, гео-кошка Мамока. Скорее всего, не гео. Да, раньше указывалось то, что она может быть гео-персонажем, но все поменялось. Она может стать дендро-персонажем. К тому же раньше указывалось то, что она будет пятизвездочной, но нет, все изменилось, теперь она четырехзвездочная. Эти изменения довольно резкие, я даже не ожидал такого, но есть то, что есть. Да, именно такая информация указывается в файлах игры, ну, которые еще не вышли. Да уж, реакция на это все у всех достаточно неоднозначная, многим пофиг, они хотят просто, чтобы остались у нее ушки, чтобы она осталась кошка-девочкой, а на все остальное по барабану. Лично я на это смотрю очень странно, что так резко изменили, ну ладно, видимо, разработчики играются. Или они опять хотят придумать суперского дендро-персонажа. Ну слушайте, дендро-персонажей очень много. Ну ладно, сейчас отступлюсь и посоветую вам Genshin Drop. Это сайт, где вы можете купить примагемы и луну дешевле, чем в самой игре. Тут все безопасно, никто вас не обманет или не украдет аккаунт. Мой промокод на 30% скидку все указано в описании. Да, наверное, уже многие поняли то, что дизайн ей тоже изменили. Он немного устаревший. Да уж, это тоже плохо, ведь мне он понравился. Даже ей имя изменят на какое-нибудь другое. Сейчас ее зовут Мамока. Ну ладно, у меня есть еще небольшой взброс. Нам слили чьи-то ножки. Вот они. Это персонаж из Инадзумы элемента Электро и редкостью 4 звезды. Вот еще ее зарисовка в чиби-версии. Это странно, она мне чем-то напоминает у нас Райден, Сёгун Райден. Да, они немного похожи, цветовая гамма и так далее. Но еще напоминают у нас Сару. В общем, это, короче, их дочь, наверное. Многого сказать не могу, просто напишите свои мысли в комментарии, будет интересно почитать. Ну не знаю, вот с ней изменений, наверное, мне кажется, не будет. Даже ее ноги похожи почему-то на 4 звезды и Электро. Короче, это был такой ролик достаточно маленький, но я думаю, достаточно познавательный, кому вся эта тема интересна. Я надеюсь, вы поставите лайк, короче, просто оцените ролик. И подпишитесь на канал. Кстати, еще не забывайте заглядывать в описание. Пока, с вами был Скайск.